адениум из семян 1,5 года после посева. Я сеял 3 семечка, 3 семечка проросло, но один из ростков в течение месяца погиб по непонятным для меня причинам. Где-то через год после посева, то есть где-то 1,5 года назад, я пересадил из маленького горшочка вот в такую плошку. Возможно, она достаточно велика для объема корневой его системы, но я не увлекаюсь чрезмерным поливом, так что нормально корни освоят и такую плошку. Смотрите, какой грунт, то есть максимально неорганического составляющего. И обычный грунт, где-то, наверное, 30%. Просто добавлен для того, чтобы все-таки он еще рос, развивался. Свести пока не собирается. Хорошо густится. Вот с этого бока. И вот тут вот был удалены побеги, так как они мешали вот для такой композиции совместной. Отец и сын, я ее так называю. Если вам интересно дальнейшее развитие событий, рост данных красавчиков, подписывайтесь, оставляйте комментарии, сниму тогда еще ролик. Наверное, весной, надеюсь, он будет цвести. Удачи!